Позади самое главное – серьезное испытание – единый государственный экзамен. Впереди новые дороги. У каждого выпускника свой путь. Но сегодня одноклассники, товарищи по школе, педагоги, родители вновь вместе. Городской праздник для них организовали на площади перед Центральным дворцом культуры. Что останется самым незабываемым в школьные годы? Ну, друзья, учителя. Новая ступень нашей жизни начнется, и мы очень рады, что наконец-то закончили, преодолели все сложности на пути к университету. Надеемся, мы поступим, и все будет у нас очень хорошо. Последние моменты, которые мы провели, особенно последние месяцы, самые незабываемые, что запомнится, разные концерты, которые мы проводили вместе. Незабываемые перемены между уроками, творческие занятия, фестивали, конкурсы, соревнования. Несомненно, все это было в жизни каждого школьника. Конечно, немного грустно, что звонок больше никогда не прозвенит и не позовет дружный класс на урок. Ребята уверены, впереди будет жизнь невероятно яркая, насыщенная делами и событиями. Сейчас самое актуальное – это поступить, найти то место, ту профессию, которая хочется, которая по душе. Дорогие выпускники, сегодня вы на пороге самостоятельной жизни. Вы молоды, красивы, полны силы и энергии. От всей души желаю вам исполнения желаний, удачи, жизненных успехов. Счастливой вам взрослой жизни, ребята. Добрый путь, выпускники 2014. В этом году аттестаты об окончании средней школы получат 593 молодых беловчанина. Кстати, результаты ЕГЭ в нашем городе на уровне областных и российских. Максимальные 100 баллов за свои работы получили три выпускницы. Любовь Жунева, Екатерина Киселева, Анна Фомина. 38 выпускников набрали свыше 90 баллов. Алексей Курносов вручил выпускникам, их родителям и педагогам городские награды. Благодарственные письма, почетные грамоты, ценные подарки. При этом многие из вас не только отлично учились, но и занимались спортом, общественной работой, творчеством, участвовали в различных конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. И в этом самая главная ваша ценность – вы разносторонняя, гармонично развитая молодежь. Лучшие юные беловчане получили особые областные награды. Региональную медаль за особые успехи в учении замгубернатора Кузбасса Нина Вашлаева вручила 49 выпускникам. В нашем городе 27 золотых и 22 серебряных медалиста.